Я видела его бестия. Видела Адама Смешера. И где же? Здесь, в городе. Юринобу спустил его с цепи, когда... когда похитили Ханака. Сука. Хотя чему удивляться. Теперь Росака ищет... Слушай, ты же тут работаешь? Я ищу Лиама Нортема. Чаевых не дает? Девка, говоришь? Ха. Боб, Миш, ставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно, а что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе, у тебя легкие, подруга. Да сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было 10. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Все хорошо? Да. Стилеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от милитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Альдекальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда... Услышать, что он может уйти живым. Мне все равно, Ви. Я не хотела рисковать жизнью друга. Последнего из моих друзей. А что бы ты сделала на моей... И поедем, куда глаза глядят. Он хотел уехать подальше от всего этого. Клево. И я бы так хотела. Да. Только он погиб. Почему так всегда? Посмотрим. Там начинаются следы шин. Поехали по ним. И помни, я у тебя в долгу.